Велосипедист даже не успел среагировать, отмечают очевидцы. Водитель МАЗа сразу нажал по тормозам, хотел избежать столкновения. Масса машины несколько тонн, шансов уйти в сторону практически не было. Автобус медленно ехал, ну, может, километров 20-15, не быстрее. То есть я считаю, что он, во-первых, не слез, должен, тут же нет этого велосипедного перехода. То есть он нарушил, я считаю, и он сам виноват во всем. Очевидцы отметили, во время столкновения велосипедист подлетел вверх и ударился головой об асфальт. На месте еще остались следы крови. ДТП произошло утром в 13 минут 10-го. Автобус двигался по улице 50 лет ВЛКСМ в сторону Минской. Велосипедист не спешился на пешеходном переходе. Это послужило причиной происшествия. Велосипедисту причинили телесные повреждения, с которыми он был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.